Хей, всем привет, с вами Дон Рандан. Мы играем Гипербанк. Надо туда съездить. Блин, что за дурак? Ай, блин, еще тебе машину за такое поцарапать надо. Для тебя убийственное задание. В прямом смысле. Заказчица пока в мире живых, но покинет его очень скоро, если ты ее не спасешь. Багбер заперта в сеть. Если она оттуда выйдет, тигриные когти тут же разорвут ее на клочки. Если она там останется, у нее рано или поздно сгорят сикусы. Вся надежда. Все подробности я указал в письме. Слабоумный. Да, это она. Сидит мультики смотрит, пока я ее спасаю. Выходи без оружия, мы ничего тебе не сделаем. Честное слово! Да что делать-то? Вылезай! Давай не будем время тянуть! Вылезай! Вылезай!
1С55 БД. Ой, чё это я? Не так, да? Обожаю твою работу! Как отключить-то ее? Кстати, это легкое задание. Последнее время чуть-чуть легко. Возьми охладитель из ванной. Почему туда? Ну ладно, пойду туда. Вы это видели? Что не так с этой игрой? Потому что они хотели, чтобы Ави прилетела за ней наверх. Этот компас явно не туда показывает.
Как же вылезти-то отсюда? Они еще когда делали это задание, не подумали, что ни о чем не хватило времени подумать, что они делают. Что я делаю? Что это за бред такой? Сумасшедшего. Так, мы ее бросили, но она... Так вот бросилась. Пробуем здесь. Тигриные когти заняли весь этаж, а я теперь переехать должна. Да, помогу. Компас неправильный совсем. Может быть... Может быть, в следующей версии она пофиксишен, но я не знаю. Мне просто нет следующей версии. Только это. Всем спасибо за просмотр, всем пока.